Всем привет, дорогие зрители. В сегодняшнем видео я расскажу о титанах на острове Холода. Итак, я откопал вот такую картинку. Правда или нет, конечно, не знаю. Но выглядит правдоподобно. Стоп. Подпишись на мой ТГ. Там много новостей про мой аккаунт, а также недавно проходил конкурс. Можете поучаствовать. Ладно, продолжаем. Вот его глаз. А как вы думаете, будет ли он петь как на острове растения или по-другому? Напишите в комментах. А я думаю, что по-другому. Это же остров Холода, а не растений. Ну и соответственно гигантские загадки будут другими. Я имею в виду, что вид колоссола будет другим, а еще полоски. Это его глаза, которые закрываются и открываются. Ну, и когда его добавит? А добавит его, по моим предположениям, либо на сезон любви. Маловероятно. Либо на ферию яиц. Жду Людвига по этим делам. А так. Спасибо за просмотр. Поставь лайк и подпишись за такую информацию.